Жители Красноярского района Алматинской области судятся с местным акиматом. Предметом спора стали три участка, которые были изъяты в пользу государства из-за строительства объездной дороги. Истцы уверяют, что их конституционные права грубо нарушили. Подробности у Дильмурата Муталипова. Вот уже 8 лет трое жителей Красноярского района требуют от местного акимата выполнить свои обязательства перед ними. А суть проблемы в том, что для строительства объездной дороги районная администрация изъяла у них три участка земли. Взамен управление земельных отношений обещало дать равноценные участки поблизости. Однако этого не произошло. Произошло такое, что взамен земельных участков, которые были на праве собственности, выдали земельные участки на право аренды, то есть возмездного права пользования. Временного возмездного пользования данным земельным участком, что является нарушением, существенным нарушением конституционных прав. У двоих истцов на праве собственности было по 8 соток земли, у третьего более 60 соток. Все они хотели на своих землях организовать бизнес. По местоположению у меня получился, что я проиграл. И по количеству соток я очень значительно потерял. Из 65 соток у меня получилось 8 соток. И то они не в частную собственность дали, а в аренду. Известно, что аренда на взамен выданные участки закончилась и продлевать ее не будут. А тем временем суд выступает на стороне акимата. И сейчас получается, что у жителей Красноярского района изъяли личные участки абсолютно бесплатно. Нам удалось связаться с представителями местного акимата, и вот что они прокомментировали. У них были земельные участки для ведения крестьянского хозяйства и садоводства. Были предоставлены участки для ведения личного подсобного хозяйства. Они могли в течение 5 лет освоить данные земельные участки, согласно 92-й статье, и получить их в частную собственность. Но почему-то, по каким-то условиям, данные земельные участки не были освоены, то есть собственники не возводили никаких строений на этих участках. Стоимость участков в Красноярском районе, которые были изъяты под бакат, оценивается в 240 тысяч тенге за сотку. Сейчас граждане, у которых даром забрали недвижимость, готовы в рамках медитативного соглашения рассмотреть два варианта. Выдача равноценных участков на правах собственности в жилом массиве, либо выплата компенсации по рыночной стоимости. В противном случае истцы намерены дойти до Верховного суда. Дильмурат Муталипов, Рашид Шукуралиев, Атамекен Бизнес.